Из РКБ выписали последнего ковид-пациента. Коронавирусный госпиталь в Личгородке. Тяжелых больных с коронавирусом теперь будут отвозить в Слободзейский госпиталь. Инфекционный госпиталь второго уровня решение Министерства здравоохранения закрывается. Но инфекционный госпиталь первого уровня, то есть это пациенты с подозрением на ковид, они остаются. Но скорая медицинская помощь проводит тестирование на антиген на ковид уже на амбулаторном этапе, то есть на моменте осмотра пациента. Это позволило нам открыть большое приемное отделение. Теперь пациенты поступают к нам уже полностью обследованные, то есть с антигеном отрицательным. И мы можем спокойненько, не боясь какого-то развития инфекции или пандемии, то есть мы спокойненько проводим обследование на базе приемного отделения. С сегодняшнего дня в Личгородке уже возобновили плановые операции и госпитализации. Впервые за 2 года открыли все терапевтические отделения. Специалисты, которые вынуждены были временно работать в ковид-госпиталях, вернулись в свои кабинеты. Мы ждем пациентов, с которых заждались какой-то планового лечения, планового восстановления к лету. Мы вас ждем, пожалуйста, места есть. Обращайтесь к нашим специалистам, обращайтесь к специалистам участковым, они вам дают направление. И все, мы готовы вас принять на госпитализацию. Еще одно новшество – заезжать на территорию Личгородка теперь можно только скорым, служебному транспорту и машинам врачей. Для остальных есть парковка перед РКБ.